2011-ci ildən fəaliyyət göstərən Butay Körpələr Evi Uşaq Bağçası dövlətçiliyimizə və dövlətçiliyimizə müstəsna xidmətləri olan Ulu Öndərimizin siyasi hissinə və şəxsiyyətinə böyük ehtiramla yanaşmışdır. Ulu Öndərimizin əziz xatirəsini yad etmək üçün bugün biz sizlərlə birlikdəyik, sizlərlə birgəyik. Ulu Öndərimizə Allahdan qəni-qəni rəhmət diləyirik və ümumili liderimizin fəaliyyəti ilə bağlı video çarxı sizlərlə birlikdə izləyək. Senin adınla bağlı bu xalqın... Sen bu himni kucu okuyabilirsin. Ha? Evet. Ha? Evet. Kim okuyabilir halin kaldı? Гейдар Алирзоглу Алиев родился 10 мая 1923 года. В городе Нахчиван. По окончании 1939 года Нахчиванского педагогического техникума он поступил на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, а 24 июня постановлением Мили Меджлиса стал осуществлять полномочия президента Азербайджанской республики. 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской республики. 11 октября 1998 года он вновь избран президентом Азербайджанской республики. Гейдар Алиев дальше согласие на продвижение своей кандидатуры на проводимых 15 октября 2003 года в президентских выборах отказался от участия в выборах в связи с проблемами со здоровьем. 12 декабря 2003 года общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев скончался в Кливлендском клинике
Соединенных Штатах Америки, а 15 декабря похоронен в Баку на аллее почетного захоронения. Thank you.
жизни человек, гигант политик и стратег. Достиг он жизни всех высот, каких достичь никто не смог. Я только мог и Януша с тобой выдать спальными о том, что мы целым так этой папа к этой Анне. Ночами целыми капель на катушу Никитера. Я много песен о нем спел, но он все хотел пара. Bununla da ümummilli lider Heydər Əlrızaoğlu Əliyevin anım gününə həsr olunmuş tədbirimiz sona çatır. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən, ayrılar mı könül candan Azərbaycan? Azərbaycan!